Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Я хочу, чтобы вы поделились с ними своей мудростью во время работы в Детмалте. Положитесь на меня. Работаем, пока не умрем. Мой девиз – смерть работе не помеха. Выложиться на полную – вот что важно. Слушайте, кретины! Вы не люди! Вы свиньи! Большое спасибо! Ваша работа как раз для скота! Большое спасибо! У тебя кусок говна какая-то больно уж дерзкая рожа! Большое спасибо! Мой план был безупречен, но эксплуататоры все испортили! Муравьи добывают камни! Я перевожусь в третье подразделение, чтобы получить больше свободы. Вкладываю камни в фондовый рынок, дорываюсь до управления компанией. Побеждаю систему и больше никогда не работаю. Все так должно было и быть. Вчерашняя тренировка продемонстрировала, что с физическими показателями у вас полная жопа. Так что приготовьтесь, сегодня я вами серьезно займусь. Маш жопу вазелином. Я больше не могу терпеть! Ну-ну, спокойнее. Я увольняюсь, и все тут. Кошмар. Зачем же так говорить? Мы сами выбрали этот путь. Он тяжел, но мы должны найти в себе силы, чтобы пройти его. Это еще что за арабские выражения? Поздравляю с окончанием тренировок. Я прекрасно вижу, какие у вас чистые и невинные души. Будем работать! Бесконечно работать! Так и быть, можете купить у меня фигурки госпожи Бельзы? 100 000 золотых за штуку берете? Продайте мне! Можно и несколько в одни руки. Тогда дайте 2! А мне 3! Нет, 8! И мне! И мне! Я купил сразу 3. Не Номи, а ты сколько? Не фигурки, а мусор! Беда! Кажется, кто-то подмешал в обед темных магов дурманящую траву. И теперь они идут сюда! Сия? Так это вы добыли философский камень Фарии. И вас все называют героиней. Ой, хватит. Не такая уж я и могучая. Вовсе нет. Послушай. Мне жаль, что так вышло с Ванибе. То придется покупать снарягу у компании. Тратить зарплату, которую они тут же и платят. Черт. В этой организации куда ни ткни, завоняет. Да что ты такое вообще говоришь, кретин? Они дают нам возможность работать. Работать — это самое прекрасное занятие. И погибать ради эксплуататоров не готов. Не понимаю, о чем ты. Если часто рискуешь жизнью, это начинает нравиться. Кстати говоря, ты же так неодобрительно высказывался о нашей компании. Получается, что ты на самом деле монстр. Готовься! Вот же поехавшая женщина. Черт! Риму, время обедать! А это что за девчонка? Вот это сила! Риму, а ты прилично поправилась, пока мы не виделись. Монстр в обличии человека! Больно. Пощады не жди. А вот и я, Нинамия! Да что у вас тут творится-то? О, ты уже здесь? А можно без меня? А ты стала быть соучастник! Нинамия, что же ты наделал в этот раз? По правде говоря, она узнала о том, что мы заодно с монстрами. Но почему именно она? Все, можем заказывать гробы. Но не переживай ты, есть одна идейка. Ты принес то, о чем я просил. Нинамия?
Хорошо получилось. Теперь она будет молчать, если не хочет, чтобы об этой фотке узнали. Или потеряет геройскую честь.